Не сердитесь то, что я хочу сказать, но я хочу сказать, что я чувствую, я всю жизнь видел совершенно непропорциональные отношения между людьми. Нет, я скажу, что каждый, кто обвиняет, исходя из своего недостатка. Ну это тоже хорошо, но вот я лично, может, я такой идиот уж, но вот я вижу совершенно непропорциональность между людьми, хороших людьми, которым очень плохо, и плохим, которым замечательно. Какая книжка, какая рука? Я не знаю. Мне кажется, что все, что человек получает в этом мире, это все подарки без конца. И никогда он не получает наказание. Никогда нет наказания. Вы можете объяснить это? Я не могу объяснить. Я так это вижу. Ну что ты сделаешь? Ты видишь так, а я вижу иначе. Я вижу, что нет человека, который получил бы добро, так, чтобы он просто лопался от добра, каждый. Да. Но от человека зависит, как, что он чувствует. Если он не исправлен, он чувствует как ты. Если он исправлен, чувствует как я. Что ты сделаешь? Если я вижу больного человека, это значит, что ему приз? Но ты видишь. Но ведь он болен. Так он болен или нет? Если он болен и умирает, значит, только я только вижу его. Один тот, кто умер, так как относиться к нему? Ты должен относиться к этому так, что ты должен исправить себя. И он и живет? В твоих глазах, да, и еще как. Но я с ума схожу вообще от этого. Но это называется исправлением келим. Когда ты исправляешь свои келим, ты видишь мир, что он весь малхут мира бесконечности, полон света. Что нет недостатка в доме царя.